So Paul has just, we hope, recorded Slava and Bands onto an X-ray. Would you like to hear if he was successful? А вы хотите услышать, что получилось? Музыка Славы прямо сразу на рентгене. That's not good enough. Would you like to hear if he was successful? Yeah! Paul? Okay, everybody. Paul is he's a wizard, let's say. Paul волшебник, он гномик волшебник. So we're gonna carry on making recordings with the machine. Now listen. То есть у нас сейчас запись, мы продолжаем эту запись. За этого некоторые я все время вот руковожу, говорю там стоп и поехали, это из-за того, что мы записываем. Who would like to be on a record, on a bone record? Кто хочет попасть на пластинку, на запись? Would you just like to be on a record, Megan? I can't see. It doesn't matter. Would you like to be on a record? Хотел бы ты попасть. Right. So, exactly. If you scream and shout and clap at the end of each song, very loudly. Если вы будете кричать и хлопать очень громко в конце каждой песни, вы будете попадать на запись, да? Давайте потренируемся. Every time they finish the song, clap loudly, and you will be on the record. Каждый раз, когда заканчивается песня, если вы будете громко кричать, вы будете записаны на... Что это там пишут? Great. Okay. So I think it's time for now. Можно вопрос? Слава, да, вопрос. Нет. Продадим за бешеные деньги через 10 лет. Actually, we forgot to tell you that there is a very special surprise at the end of this evening. Но Слава правильно задал вопрос. С этими дисками сегодня что-то случится. Особенно если вы сдавали одежду в гардероб. We're gonna have a lottery. We will have a lottery, yes? And у нас будет лотерея тех людей. Номерки, покажите, номерки у вас. You have the opportunity to win one of these bone records. Кто-то из вас уйдет с пластинки, да. Have you got your numbers? 50 этих, да, больше шансов. Good. It's time for our next guest. And Sergei will introduce an amazing musician who's going to perform Ватинский фугас. Надя, пожалуйста, выходите к нам. Мы представляем сейчас Надю. Пожалуйста, аплодисменты. А, на русском. Я путаю уже русский, английский. Мы... Да, я понимаю. И на бэфи чай. I'm good. So we can start, yeah? Yeah. Please. Thank you. И какая-то женщина с искусством.
нет. Вы ошибаетесь.